Сорт томата Златава. Это среднерослый сорт, 1,20 м, 1,50 м в высоту. Он среднеранний, 115-125 дней проходит до созревания. Подходит этот сорт для выращивания в теплицах и в открытом грунте. Сорт образует кисти. В кисти формируется до 7-8 плодов. Вес одного зрелого плода составляет 80-90 грамм. Отличительная черта этого сорта – вот в таком вот оранжевом цвете, они как мандаринки. Вот так выглядит сорт в разрезе. Мякоть розово-красного цвета, очень сочный и очень сладкий. Благодаря среднему размеру плодов и высокой устойчивости к растрескиванию, эти томаты незаменимы при консервировании. Наилучший результат можно добиться при выращивании этого томата в 2-3 стебля. Попробуйте вырастить этот сорт у себя. Эти томаты обладают отменными вкусовыми качествами.